Восточный экономический форум еще далеко, но готовятся к нему уже сегодня. Водители проходят курсы переподготовки, а вот официантов и вовсе учат с нуля. Мэтр сервировки и этикета преподает искусство ресторанного дела. В подробности вникала Алина Капустина. Сервировка стола и подача еды – это минимум, которым должен обладать официант. Для участия в Восточном экономическом форуме студенты готовы выучить все мелочи – от распределения приборов до правильной полировки посуды. Правой рукой берете тарелку, полируете внутреннюю поверхность тарелки, а затем края тарелки и ставите на стол. Для Максима Тегинцева этот ВЭФ первый. Выучить надо много. Столовые приборы все разной формы. За считанные секунды надо в них разобраться. Вилки от тарелок слева, в том же порядке, что и ножи. При этом вилки должны соответствовать ножам. Столовая, рыбная и закусочная. Я решил этим заниматься, потому что у меня был опыт работы пищевиком. Я подумал, что это будет отличная практика, отличный опыт, такое масштабное мероприятие. Дает многое, возможность поработать на самом деле в солидной обстановке, получить новые знания. Форум пройдет в сентябре, но готовятся уже сейчас. Только официантов зарегистрировано более 300 человек, а обучение занимает немало времени. Запоминать особенности профессии официанта студентам помогает Татьяна Прудникова. Искусство этикета и сервировки преподает почти 50 лет. Некоторые студенты в прошлом году участвовали, они будут работать, или это будет VIP-зона, или зона питания. Есть такие студенты. Ну а здесь в основном вот студенты, которые будут работать в гостиничных корпусах. То есть это обслуживание шведского стола. Если форум в Санкт-Петербурге – это окно в Европу, то ВЭФ – это распахнутые двери в Азию. В этом году участие в нашем форуме примут 7 тысяч участников. Алина Капустина, Екатерина Таланова, «Панорама».